Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о монете 2 гривны, посвященной Владимиру Сосюре. На аверсе данной монеты в центре бусинкового круга размещено изображение малого государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Над гербом размещена дата 1998, год чеканки монеты. По кругу надписи. Вверху Украина, внизу в две строки 2 гривны. Надписи отделены друг от друга орнаментом. На аверсе монеты на фоне листов бумаги, переложенных слева ветками калины, изображен портрет Владимира Сосюры. Надписи слева по кругу Владимир Сосюра. Справа в две строки дата 1898-1965. Год рождения и смерти. Внизу в две строки факсимиле известного стихотворения поэта «Любите Украину». Посвящена столетию от дня рождения выдающегося украинского поэта, лауреата Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко Владимира Николаевича Сосюры. Дата выпуска 23.01.1998. Номинал 2 гривны. Металл не зильбер. Масса 12,8 грамм. Диаметр 31 миллиметр. Тираж 20 тысяч штук. Реальная цена данной монеты на 2020 год составляет 1863 гривны. Спасибо, что посмотрели данный ролик. Если он вам был полезен, оцените его лайком. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.